Мы прибыли в город Амерсфорд. Очень странные здесь лодочки. Вот спуск к каналу к лодочкам. Можно только со всеми в группе, никак по-другому. Другой экскурсии нету. Поэтому оглядываемся. Просто козероги тут. Очень красивый город, конечно. Но в центр не проехать вообще, потому что центр соединяют такие узенькие мостики, по которым только люди могут ходить. Так вот это все здесь выглядит. Там такие охрененные, конечно, эти входные, эти въездные ворота. Мощнейшие, таких мощных не видела. Кстати, что интересно, здесь типа жили господы. Так что город был вот этим городом господ. Город господ. Вассалы утрехтского епископа. Вот так вот все сложно. Я не знаю, зачем так сложно все называть. Не знаю, простыми словами как-то это все людям преподносить. Вот, ну сейчас мы с лодочкой. Нам не судьба, с лодкой не судьба, скажем так, потому что нам нужно частное, а здесь каналы настолько узенькие, что вот ходит только одна фирма, и все. А эта фирма, бабушки там с дедушкой сидят, очень залупастые такие. Но только так, а не как иначе. Знаете, немцев напоминают больше, нежели голландцы, Они лояльные очень и решают задачи поставленные. Вот, собственно, такие тут магазинчики. С Амстердамом, конечно, не сравнится, но и не немецкая вот эта вот бабушкина. Тут, конечно, тоже бабушкина, понятно, но хоть что-то повеселее. Велосипеды. Вот, кстати, голландские велосипеды. Я, кстати, вчера у нас на базе экспедиционной есть три голландских велосипеда. Нам разрешили хозяйка на них ездить. Блин, ну я на него села, я, честно говоря, испугалась, потому что посадка ручек у них другая. Вот она у тебя, получается, совсем близко к тебе руки. Вот, вот такая посадка. У нас в Одессе они другие. У тебя руки как на мотоцикле. А тут... Вот они с заворотами, такие неудобно. И тонкие-тонкие колеса. Ну, мне, по крайней мере, непривычно, что у меня толстые колеса. А, кстати, вот выход к храму святого Георгия Жоры. Жоры, позывной в народе Жора. Жлебедь на крыше. Лютеран Керк, понятно.